Такой сегодня у нас прекрасный день, друзья. Невозможно не поделиться, не показать такую вам красоту. Видите, снежок как нежно падает. Вот вышла. Смотрите, какая елочка. Сейчас ближе подойду. Как будто ее специально нарядили, да? Вот, друзья мои, ведь это на самом деле так и есть. Как хрустальная. И вот так вот все деревья. Вот и маленькие детишки у нас в садике. Такая красота. Солнце светит, воздух чистый. На улице ветра нет. В общем, чудо чудесное. Чудо чудесное, друзья. Чудесное чудо. Знаете, я бы походила бы, вот поснимала. Но пока не могу, потому что народ у нас так это реагирует на это. Почему-то не очень адекватно. Как будто не в 21 веке живем. Вот такая вот, видите, красота, друзья мои. Сказочная красота. И она же скоро вот все постоит немножко. И сменится картинка, и все будет совсем по-другому. И снег идет. Продолжает снег идти. Туда вот сейчас пройдем. Ой, вообще, воздух чистый, свежий. Это я, конечно, иду за домом. У нас вроде как бы уже, знаете, все на работу ушли, основная масса. Ребятишки в школу пошли. Первоклассники. И, по-моему, девятые классы тоже пошли в школу. Некоторые классы у нас на дистанционке. Вот мои внуки, они учатся. С понедельника начали учиться. Вот, а все равно люди ходят. Кто в магазин, кто куда. Вот. Вот такие деревья. Особенно на фоне голубого неба. Это что-то. Это что-то. Я сейчас возвращаюсь и пойду сейчас в магазин. За хлебом схожу. Хлеб у меня кончился. Там у нас мясной есть еще магазин.
красивые деревья, нарядные, красивые. На детской площадке никого еще. Кто в школе из ребятишек, кто в садике. Да еще в это время и не выходит никто, даже если кто-то дома. Еще никто не выходит. Смотрите, как интересно. Площадка волейбольная тоже преобразилась. Все преобразилось. Стало сказочным и красивым. Но утром это вообще что-то было. Сейчас как-то не так уже. Видимо, солнце немножко по-своему. Уже так тени как-то по-другому. Да может быть плохое настроение. Нет, конечно. Радостно. В общем, обещают нам, наверное, не знаю, ну полторы недели точно. Вот морозы, минус 20 ночью, минус 25. Вот такие морозы пришли к нам. Ветра вообще нет. Ветра вообще нет, друзья. Ой, на солнце снег прям блестит, переливается. Все в снегу. Так что у кого снега нет, кто страдает от недостатка снега, вот делимся с вами такими снежными, сказочными зарисовками. Сейчас пойду в магазин. Немножко прогулялась. Настроение хорошее, ровное. Там у нас пекарня, хозяйственный магазин, все, что надо, нижнее белье. Вот. Магазинчики такие небольшие. Вот в той пекарне я была. У нас недавно сделали детскую площадку здесь, вот в этом году. Молодцы, ничего не скажешь. Здесь кустарник один был, больше ничего не было. Вот. Для машин автостоянку сделали. Вот. Что ж, можно только похвалить за такую деятельность. Ой, как красиво снежок с дерева. Не знаю, видно, не видно. Так нежно он. Легко, нежно опускается на землю. Ветерок сдувает вот с этого дерева, друзья. Вот осенью рыжие, да, деревья были, я показывала, сказочные. А так сегодня вот такие сказочные деревья сегодня у нас, друзья. Вот хочу поближе снять эту красоту.
радостно. Все проблемы назад отступают, дорогие мои. Все уходит назад. Все, деревья уже потихоньку обсыпаются, друзья мои. Вот видите, где я? Под деревом. Видите, как они обсыпаются? Птички там невелички. Прыгают, скачут на веточках. И вот обсыпаются деревья. Очень красиво. Сейчас приду домой, сама еще пересмотрю. Да, пока монтировать видео буду для вас. Еще 10 раз посмотрю. Но все равно хочется посмотреть самой, как там получилось, что. Ну все, друзья мои хорошие. Заканчиваю на этом свое сказочное видео. Всем хорошего настроения на целый день. И вообще, до конца этого года, чтобы у всех было прекрасное настроение. Всем пока. Пока.